Друзья, Адыгейский государственный университет запускает новый проект, сериал «Лёша и Мурат». Сериал о математике и адыгейском языке. Какая связь между математикой и адыгейским языком? Мне кажется, очень важно, чтобы каждый современный человек был разносторонне образован. Хорошо, когда он знает много разных языков, и каждый язык, который он знает, безусловно, его обогащает, потому что он приобщается к культуре того народа, который является носителем этого языка. В нашем сложном мире, наполненном цифровыми технологиями, важно каждому человеку иметь хотя бы небольшое представление о том, чем занимается сегодня математика и каких-нибудь очень интересных математических фактов и явлений. Действие сериала будет разворачиваться в Республике Адыгея, в городе Майкопе, в Адыгейском государственном университете, в Республиканской естественно-математической школе, в единственном математическом парке в Российской Федерации. Да-да-да-да-да, это Кавказ. Да-да-да-да-да, горный пейзаж.